300 ребятам благодаря акции «Вместе в школу детей соберем» неравнодушные староскольцы помогли собраться к новому учебному году. Если раньше выдача принадлежностей проходила в кабинетах управления соцзащиты населения, то в этот раз для девчонок и мальчишек из социально незащищенных семей устроили развлекательный праздник «Ура! В школу!». 1, 2, 3! Ура! В школу! Через несколько дней начнется учебный год. Ребят ждут уроки и домашние задания. А пока они весело проводят время. Праздник для девчонок и мальчишек из социально незащищенных семей подготовили волонтеры. Шоу мыльных пузырей, мастер-класс по украшению пряников, сладкая вата, игры и конкурсы. Сейчас в мире очень много всего плохого. И нужно нам как-то становиться добрее, друг другу добрее. Если у тебя что-то есть, ты можешь этим поделиться, почему бы и нет? Не обязательно быть для этого и владеть какими-то средствами. Можно просто прийти и побыть волонтером, подарить детям свое время. Потому что, например, те, кто принимает участие, тот же ведущий, да, там мастер-классы, они это делают просто бесплатно, абсолютно даря детям свое время. Собрать ребенка в школу сегодня недешево. В подарок от благотворителей 100 юных староскольцев получили наборы канцелярских товаров. Угощения, развлечения и полезные подарки понравились всем. В восторге и дети, и родители. Мне понравилось. Тут печенье вкусное очень получились, вата вкусная. И также игры, танцы. Было очень хорошо, весело. Хотелось бы, чтобы было бы еще раз так же. Всем спасибо, мне понравилось. Праздник нам понравился очень, детям тоже понравился. И пряники делали, съели уже. За ватой раза 3-4 подходили. Вот шарики их не летают, улетели уже. В общем, довольны, и натанцевались, и напелись, и с Мишкой успели сфотографироваться. В общем, все понравилось. Спасибо большое за то, что провели. Я села на шпагат, сделала печенье. Сделала вату, лопала шарики и танцевала, и спела. Мне сейчас дадут канцелярские принадлежности, все круто, супер. Участники благотворительной акции «Вместе в школу детей соберем» помогли подготовиться к учебному году 300 ребят. Акция «Вместе в школу детей соберем» продолжается. Мы на этом мероприятии мы не останавливаемся. Будет еще одно мероприятие по вручению сертификатов, денежных сертификатов, на которые могут семьи одеться в магазине одежды и обуви. Кроме этого, мы принимаем канцелярские товары от населения, от предприятий, от индивидуальных предпринимателей. И мы хотели бы пригласить еще желающих поучаствовать, потому что... Сейчас очень много семей обращаются за помощью. Благотворителей ждут в управлении социальной защиты населения по адресу микрорайон Интернациональный, дом 15. Мария Кретова, Алексей Грачев, Денис Остапенко, 9 канал.